Хай-хай-хай, дорогие друзья! Чемпионат России! Финал по прыжкам в длину! Полетели! Действующая чемпионка России Елена Соколова. Первая попытка. Шесть сорок пять. Неплохой результат в первой попытке. Сейчас на ваших экранах Кристина Гурская. Вторая попытка. Первая попытка у Кристины была крайне неудачная. Вторая попытка получше, 5.97, но это низкий результат для чемпионата страны. Вторая попытка Екатерины Левицкой. Примерно такой же результат, как и в первой попытке. Большой недоступ у Екатерины. Шесть двадцать семь в этой попытке. Четкого попадания на планку отталкивания не хватило для хорошего результата. Анастасия Мирончик-Иванова, гостья из Белоруссии, обладательница большого количества достижений. Шесть двадцать один. Результат Насти во второй попытке. Вторая попытка лидера соревнований Елены Соколовой.
К сожалению, Елена совершила заступ. Еще одна гостья из Республики Беларусь, Виолетта Скворцова, третья попытка. Прекрасное попадание на планку, далеко улетает. Шесть 55 в третьей попытке, и Виолетта Скворцова становится лидером. Третья попытка Екатерины Левицкой. Шесть 45. Екатерина Левицкая перемещается на вторую позицию. Виолетта Скворцова, лидер соревнований, четвертая попытка. Это заступ. Виктория Горлова на ваших экранах. Началась шестая заключительная попытка. Шесть 36, и это пятый результат соревнований. Елена Соколова перед заключительной попыткой имеет лучший результат среди российских спортсменок. Молодец, очень хороший прыжок. Точно повторяет результат предыдущей попытки 6.53 и остается на второй позиции. Екатерина Левицкая тоже может показать хороший результат. В заключительной попытке заступ.
Заключительная попытка Виолетты Скворцовой. В шестой попытке улучшает свой результат 6.71. Поскольку белорусские спортсменки идут вне зачета, то чемпионом России со вторым результатом 6.53 становится Елена Соколова. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.